Привет. Тут меня спрашивают. Типа есть такой инсайт, что буквально этой осенью, в 22-м году, будут обнуляться 100-долларовые купюры. Ну, не то, что они будут обнуляться совсем, это будет обмен на не купюры, на деньги электронные, да, на банковские счета, например. И это будет ограниченная история, вроде как. И не во всех странах можно будет сдать свои доллары. Ну, понятно, что в России ничего нельзя сдать сегодня. Там типа в 8-7 странах будет всего прием этих долларов по 50 тысяч на человека и не больше, без подтверждающих документов. И спрашивают, ну что ты думаешь, что делать теперь там с долларами? Я считаю, что это полная хрень. Потому что если такое произойдет, типа реформы Павлова, как вы помните, доллар лишь подорвет к себе доверие, подорвется доверие к великому и могучему доллару, а на купюрах, вы помните, написано «In God we trust», а без траста здесь никуда. И главное, в любой валюте, в любых деньгах мира, будь то криптовалюта или фиатные деньги, главное — это доверие. И что может сэкономить великий ФРС? Ну, даже не триллион долларов можно сэкономить на такой махинации, как изъятие 100-долларовых купюр и замена их на деньги на банковских счетах, например, по всему миру. А я не вижу вообще беды в том, что по миру ходят доллары. Я имею в виду, я не вижу какой-то проблемы для Америки. Чем больше долларов ходит именно за пределами Соединенных Штатов, чем больше долларов ходит по миру, тем лучше для Америки. Потому что это не касается ее экономики. Они ходят где-то вдалеке и меняются на какие-то ценности, не затрагивая конкретно американскую экономику. Поэтому я не вижу никакого смысла. Непонятно, зачем. Мне кажется, что этот инсайт кто-то просто запустил. Запустил для того, чтобы, ну, не знаю, даже не знаю, для того, чтобы что. Это было бы большой глупостью делать такую акцию. И тем не менее, я понимаю, что люди, у кого деньги на прекрасных деревянных палетах, как мы видели в фильме, в фильмах, замечательных голливудских фильмах, а также в сериалах, типа коррупционеры, оказывается, хранят деньги на деревянных палетах. Иногда полностью ставят стопки там высотой в полметра или в метр на кровать, например. Ну и вот, да, те, у кого такие стопки на палетах, на кроватях или в любой другой упаковке, в комнатах, сейфах, понятно, что такие слухи могут их пугать, эти слухи разносятся, обсуждаются, а это возможно, невозможно, что делать, или это вообще нереально, потому что лично меня, у меня нет особо долларов, и это мулька не волнует никак, не волнует никаким образом. А для дорогих людей с полными палетами, сумками, чемоданами, комнатами, сейфами, баблища, я предложу свой проект «Майнинг для инвестора». Это и безопасно, и никак не связано ни с каким государством, никакая информация не попадет ни в какие органы, полностью конфиденциально. Если что, в Гугле весь мой прошлый опыт. Хотя там некоторые вещи даже, я думаю, не просочились туда. Но на самом деле наша компания с 2000 года занималась серьезной оптимизацией. И только с 2016 года я занялся криптовалютами, майнингом. Поэтому опыт работы с деньгами у меня
хороший, и могу вам предложить не пугаться или крипта, или мой проект. Так что бай, до скорого.